Деревья высажены, двор облагорожен. На территории школы номер 66 прошел масштабный субботник. Трудовым десантом вышли школьники, студенты колледжа государственной и муниципальной службы, представители управления гражданской защиты и сотрудники МЧС. Провели уборку территории, подготовили почву к зиме, а самое главное, высадили более 50 деревьев и кустарников. Участники признались, новая аллея получила название «Кадетская» не случайно. В нашей школе есть классы МЧС, классы кадетские. И поэтому им и доверено сегодня вместе с управлением гражданской защиты высаживать эти деревья. Представители управления гражданской защиты не впервые посещают эту школу. Шефство над профильными классами взято уже давно. Проводим с ними практические мероприятия, теоретические мероприятия. Проводим разного рода тренировки. В течение этого сезона на территории школы проводили благоустроительные работы, помогали спиливать аварийные деревья. Для того, чтобы снизить аварийность и повысить безопасность. Организаторы мероприятия уверены, высадка аллеи продолжится. Однако следующее место озеленения пока остается тайной. Я думаю, что мы специально называть адрес не будем, но пусть это останется небольшой тайной. Вот. Но совместно с руководством управления гражданской защиты мы рассмотрим адреса. У нас уже есть, в принципе, наметки, где мы следующую акцию планируем провести. Но останется пока секрет. Максим Писарев, Юрий Ломатов, Правда ТВ.